Приветствую вас, дорогие друзья, на канал ВВ Плей. Меня зовут Владимир, и мы сегодня продолжаем игрушку под названием 7 Days to Die. Всем приятного просмотра. Итак, друзья, начну с маленького отступления. Короче, у нас случилось... Очень неприятная шняга. Сейчас объясню, в чем фишка. Как видите, да, у нас есть некоторые изменения в содержании базы. Сейчас объясню. Короче, я летал за лутом, лутался, короче, на вертолетике. Короче, лечу я с этой стороны. Такой весь довольный, с хорошим лутом. И что вы узнаете? Представьте, что я увидел. Короче, я уже, знаешь, как подлетаю к этому дому. Вот к этому дому, сраному. И смотрю, моя база целая, и потом... Хреньякс, это вся вот эта сторона падает. Она, короче, разрушается. Что пол базы верхней, она у меня упала. Не знаю, с чем это связано, почему, да что случилось, но она упала. Я так и не понял. Вроде бы я проверял по стабильности. Все есть, да, там есть парочку зеленых таких светлых зон, но они нормально, они держатся, не должно было упасть. Но это, скорее всего, связано с багом. Так что вот я занимался всей этой хуйней, чтобы вот, видите, как у меня три печки исчезло, да. Полностью весь лут отсюда, который был, он исчез, потому что он упал и разломался. И все, что мы там добывали. У меня там около 1000 стали было, короче. Ну, как я пытался все это сделать. Короче, очень все печально. Хорошо, хоть осталось, блин, химическая станция осталась. Ну, вот тут сейчас тут занимаюсь... разведем бензина, все у меня, это, короче, все детальки, все это у меня, короче, все это исчезло. Видите, сейчас ничего не осталось у меня здесь. Чуть-чуть я тут полутал детальки, чтобы это что-нибудь что-то вернуть, да. Вот. Так, видите, да, у нас сегодня 28-й день, и сегодня день Орды. Будем, короче, защищаться. Я уже подготовился полностью, да. Как видите, у меня тут 300-600-960 патронов этого, да, ну... Все, что осталось, друзья, все, что осталось. Больше у меня ничего нету. Вот. Это возьмем с собой тоже, чтобы перезарядить эти пушки. Вот. Ну, по идее, я должен прожить эту волну, потому что хорошо, это не так, как планировалось, по большому счету, поначалу, да, потому что я очень много потратил времени, чтобы восстановить то, что я утратил, и в связи с этим не мог покрафтить ни патронов, ничего, потому что, как говорился, уголь, вся селитра, все это кануло в лето, да. И в связи с тем, ладно, у нас есть порох, но, как говорится, тут у нас свинец был, целая куча, я как раз готовился к обороне, и, а, кстати, у нас, у нас свинца нету сейчас, да, я готовился к обороне, думал, сейчас накрафчу патросиков для акусика, где-то около 600, да, но херес там было, да, друзья, ни хера, ничего я не мог добыть, только вот успел то, что переложить это, патроны, бронебойные патроны, вот и все. Печально, ну что делать, друзья, ну что же делать, печально, но, блять, бывает. Кстати, что я хотел еще, там надо было, что-то мне было еще надо было переложить, что-то я там, что-то я взял, а то, что я не помню, куда я засунул это все дело. Так, не помню, куда это все засунул, вроде бы у меня были детали для создания бензопилы, да, но вроде бы у меня тут нихера нету, у меня надо еще 4 штучки, чтобы я мог сделать бензопилу, ну ладно, не суть важно. Вот, такие дела, друзья, вот как это все печально получилось, как вы знали, какая у меня была злость, это писец, я просто, главное, что ты летишь на вертолете оттуда, вот, над домиком, да, такой все, такой жизнерадостный, я там залутался нормально, я акусик поднял, вот, где тут у нас акусик есть, ну, я уже, вот, я еще один акусик нашел я снайперскую охотничье ружье, кстати, нам надо ее поставить какой-нибудь сюда, тихо, ты иди сюда, может, она будет, или если там будет, копы придут, можем с дистанции их завалить. Не, значит, сделаем сюда, поставим. А, сюда. Вот, и очень печально все получилось, очень печально. Ну, и я думал, ну нахер. Все полностью, даже тут еще, кажется, еще даже свет сюда не установил, потому что мне есть чего его сделать, да. Тут даже света у меня нету. И здесь света тоже нету, потому что, ну, это все рухнуло. Рухнуло все, к чертовой матери. И здесь уголочно, что полностью вся вот половина. Я понимаю, если еще вверх, да, рухнул бы, но вся вот эта вот. Короче, вот по это было все было разнесено. Все, вот это все это было. Все сломалось. Хорошо, ну. Так, короче, у нас. А где наши пушки? А, одна пушка здесь. Значит, я тебя поставлю сюда, подруга, иди сюда. Потому что, ну, зомбики, я буду пытаться здесь находиться. Так, вот.
И будем отсюда как-то дефаться. Ну, блин, не знаю. Ой, ёж ты матрёшь. Ну, что ж ты такое? Уже начинаются косяки с самого начала. Так что да, вот очень много времени я потратил на восстановление базы полностью. Потому что, это считай, мне надо было полностью бетон переделать. Это вот это все надо было переделать. Все это надо было построить. Это все надо было перестроить, да. Тут уже начал в бетон уходить. И здесь уже в бетон начал уходить. Тут думал, что, я сначала думал, что это может связано с чем-то с, ну, с стабильностью конструкции, да. Но оказывается, что это не с этим связано. Это, оказывается, какой-то просто баг случился. Ну, я написал разрабам, ну, что вот такая вот хуйня. Ну, я думаю, что я не единственный такой, потому что уже я смотрел и в Ютубе можно как-то восстановить предыдущие файлы. Ну, это невозможно. Как только сохранился, все, тебе надо было. Потом я посмотрел, сделал мне, я сделал еще одну папку, еще отдельную папку в сейвах игры. Так что, друзья, вам тоже советую, чтобы избежать таких потерь файлов. Лучше потерять там, знаешь, 7 часов работы, ну не 7, где-то там 3 часа работы, лутания и так далее подобное, чем полностью потерять пол базы, да, со всеми вещичками, которые у тебя там были. И я сделал бэкап папочку, где перекопировал все сохраненные файлы в ту папочку. Например, сейчас я каждый раз, когда выхожу из игры, я захожу в сейвы, я копирую эту папочку в бэкап сейвы, и чтобы в дальнейшем, если, например, я зайду, опять такая фигня случится, я смогу просто восстановить свободно свои файлы. Так что, друзья, вам тоже этого советую, не пожалеете. Так, хорошо, ладно, что мы можем поделать сейчас? Мы ничего не можем сейчас поделать, по большому счету, что мы готовимся сейчас к обороне, блин. А что мы готовимся? Мне нечего готовиться, потому что, блин, мне нечего делать. Сейчас у нас нечего, просто нечего делать. Так, бензин мы, короче, переложим сюда пока что. То, что нам бензина, так, это можем открыть, да, кстати. Откроем, потому что нам все равно нужен бензин, потому что у нас бензина нету, масло сюда. Да, я вспомню, у нас же было 50 сколько с лишним изолента, столько костей. Очень много всякого разного, электроники, стали. Блять, так очень было обидно, скажу, очень обидно было, что такая херня случилась. Ну, что ж поделать. От этого никто не застрахован. Ну, обидно, что, конечно, получилось, но что ж делать. Все это можно вернуть, конечно, потратится время много, и я не желал этим заниматься сейчас, да, ну, как видите. Так, пока что, значит, так. А, значит, что мы можем сейчас сделать? Мы, кстати, можем сейчас сделать. Нам надо сделать. Может, давайте сделаем 40 баночек. Типа для масла. Потому что я уже планировал в этой серии после волны. Да, Миш, не даже после волны, я пытался до этой волны выполнить пару квестов у продавщицы взять пару квестов, найти остальные 3 магазина, вот, полетать, поискать, где еще находится, чтобы было какое-нибудь более разнообразие в наших этим магазинчике. Вот, но нихера мы не нашли, и это очень все печально, потому что, ну, как я говорил, это все нахер рухнуло, все это нахер рухнуло. И мои грибочки тоже все рухнули, все это рухнуло, блин, чертовой матери. Ну, так, хорошо, сейчас у нас маслица будет готова. Ну, не готово, маслица будет, а пойдем сейчас сделаем. Нам нужен сланец. Сланец я добыл. Иди сюда, химстолпука. Так, 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 иди, машина маслом. Изготовить. Это сюда. Так. Да что еще? Я пока. Единственное, что. Ну, то, что я сохранил, это сохранил я лут. Ну что я нашел? Я нашел. Идем в наш бункер. Нашел я батарейку. Еще одну, да, 6 уровня, который сейчас разряжается, да. Нашел я пару моторов, да. Тут уже полностью мотор у нас вставленный, так что нам неплохо будет здесь. Потом я проверю, сколько у нас, кстати, потребляется энергии для этого всего дела. А, кстати, подожди. У нас тут остались. Так, раз, два, три, а где еще? Так, посмотрю, ли у нас все мясорубки работают, потому что, ну, я это не проверил, кстати. Печаль. О, блядь, уже идет тварь какая-то. Так. Да, и еще я хотел создать свет. Блин, ну чтобы я видел, где эти зомбари гуляют. Ну как, нихуя не получилось, то, что я вообще планировал. Так, все тут работают, здесь работает, здесь работает. Я чувствую, что эта волна будет жестокая. Я чувствую, что она будет. Мы сегодня что-нибудь потеряем, да, потеряем какую-нибудь мясорубку. Что-нибудь да мы потеряем, потому что, ну. У меня 53 уровень, как вы видите, да. И я считаю, что сегодня уже пойдут копы. И их надо в первую очередь сливать. Я надеюсь, что демолишн, наверное, еще не пойдут. Это бишь взрывные пацаны, которые там взрывают, нах, это все к чертовой матери.
Странно, что еще Галима, что не нашел коллиматора. Это очень плохо, мне не нравится. Так, так, что-то надо выкрутить, чтобы не показывал мне блоки. Скрыть границы, меня бесит на них. Так, значит, у меня опять я буду, наверное, под гаммой сидеть, чтобы более-менее что-то видеть. Так что не обессудьте, друзья, ну... Такие случаи случаются нечасто, да? То что, ну, чисто все планы пошли на смарку. Так, кстати, пока мы тут бегаем, давайте посмотрим, поставим металл плавиться. Если так железо мне нужно изготовить. Пусть изготовить. Потом я уже в офлайне сбегаю, опять металла понабываю, да? Ну то что... Ай, блин, у нас был. Ай, отменил, что-то сталь, ну, поставь. Сталь, 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 сталь. Фу, перестань. Делай сталь. Сто штучек, ну не так много, но все равно. С чего-то надо начинать уже понемножку. Так, ага. А чем я буду улучшать его, блин? Пальцем, что ли? Очень, очень, ну, короче, ну, очень печально все получилось. Ну, надеюсь, мы. Я все. Ну, конечно, конечно, я все, наверное, наверстаю за некоторое время, но, ну, сам факт, что, ну, я потратил время. Не для создания нового какого-то контента, нового его чего-то такого интересного, что вам принести, ну а. Починки того, что у нас уже было, и восстановление утерянных вещей, как говорится, да, ну, так что, но все равно мы вернемся сюда, мы все равно, я думаю, что на следующей серии уже буду, поедем уже по заданиям, побегаем, да, там, то, что я уже был в одном доме, где уже начинают появляться радиоактивные чувачки, это, блин, жестокие пацаны, но они дают очень много experience поинтов, да, очень много дают опытных, очков опыта. Так, там одна у меня туретка работает, она работает у меня будет по воронам работать, этим странам, которые будут к нам летать. Так, дробаш, у меня сколько у дробаша у меня патронов? У меня 77 патронов, а нет, это дробаш, ну 74. Здесь у меня получается... А почему я не могу бронебойными стрелять, алло? Серьезно? Я не могу стрелять бронебойными? Это все, это провал. А, фу. Иисус, я уже думал, все пиздец. Я думал, уже жопа, я извиняюсь за французский. Им надо было R удержать и поменять. Фу. А то я думал, все пиздец. У нас патронов нету, чем будем защищаться от этих ублюдков. Твою мать, вот это страшно. Так, что у нас? 2 часа осталось. Так, там все закрыто. Потому что козлы, кстати... Вот, вот, уже гроза идет, сука. Кстати, можем здесь что-нибудь сделать? Тут надо металл. Потому что они, падлы, пытались залезть через это. И проломили мне вот здесь ход. Ну, потому что, ну, там была открыта дверца, может, потому они туда запрыгнули. Что такое? А что здесь повреждено? Ладно, пойдем быстренько за сталью сходим. А, это когда я тут целую орду отбивал зомбарей. 9 стали? Блять, издеваетесь надо мной? Сейчас начнется замес, а у меня ни хрена еще... Так, ну, иди вниз, иди вниз. Так, все. Что, 4? А это где? Это какой-то внутренний блок? Подожди. Это какой-то странный внутренний блок. Чё за ху... Ну ладно, они сюда будут ломиться, пусть ломятся, я тогда буду валить отсюда уже. А как так? Так, блин. Электроника, быстро, электроника, сука. Как так? Как они так меня продамажили здесь? Электроника, 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 электроника. Сука, электроника. Блядь, 14 электроник только, ну идите в баню, ну. Так, быстренько пробежимся по всем. Какая-то шляпа. Ладно, это хер с ним.
Пофиг, это ветер. Тут целый. Так, нормально. Пойдет. Забор целый. Нормально пойдет. Тоже нормально. Тоже окей. Так, смотрим сейчас. Мясорубки. Так, ну. Лопасти нормальные, нормально. Так, блин, надо будет потом покрасить это все дело, блин. Так, слушай, сейчас уже начнется. Сейчас уже начнется кипиш. Где тут еще что-то снесли? Все есть, все. Так, что тут, что-то тихо-тихо-тихо, что-то было. Да, блядь, у меня цемента с собой нету. Так, тут нормально все. Окей. Окей. Все, побежали наверх. Ну что, врубаем все, что у нас есть. Сейчас проверим, сколько у нас потребляется энергии. Кстати, заодно, сколько мы можем еще прицепить на каждый генератор. Так, что у нас здесь? Сколько ты потребляешь? 183 ватта. Окей. Можем еще 4 штуки прицепить. По большому счету, это будет у нас 100. И будет уже нормально. Что здесь? Ну, такая же самая, плюс-минус то же самое. Так, что у нас с аккумуляторами? Цвет не погаснет, пока мы ночью здесь буянить. Не, не погаснет, дофига еще энергии. Так, ну что ж. Закрываем все двери. Открываем все двери здесь, чтобы мы могли быстренько передвигаться по внутренней стороне. И чекать. Начну я с акусика. Потому что, ну... Блять, кровавая луна. Стрёмно, мне стрёмно, друзья. Честно говоря, стрёмно. Мне стрёмно, что у меня моя защита. Душа не подготовился, как полагается. Бля, видите, у меня тут гранаты, все, что возможно, чтобы взять, чтобы это все уничтожить. Ну, так как то ли молотого, гранаты и в шашки. Все, что мог, все собрал сейчас, чтобы эту волну выдержать. Мне больше всего напрягает, чтобы у меня не было. Если будут менты, хер с ними, это не страшно. А вот если будут взрывные пацаны, вот это будет стрёмно, блин. Это будет очень стрёмно. Ой-ой-ой, ты куда пошел, блядь, с тобой? Ну, блин, да, вот то, что сейчас тупо, что мне здесь света нету. Ну, врубаем тогда. Так что, друзья, сейчас я врублю чуть-чуть гамму. Ну, потому что, ну, как я уже говорил, да, то, что, ну... Ай, не получилось у меня, как я планировал. Видео. Гамму поставим где-то на... Давайте на 100. Плюс-минус будет нормально. Ну, чтобы я более-менее видел, где эти что-то находятся, эти монстры. Чтобы у нас был какой-то шанс выжить. Потому что я считаю, нет, ну это может быть, как может кто-то посчитает, что это какой-то чит, да, там типа так далее. Но я не считаю, что это какой-то чит. Это просто тебе помогает вообще в игре. В это было бы, играло бы большую роль в PvP, да, например, то, что ли там гамма. Не зря же отрубается гамма в PvP серверах, да. И то сейчас уже начинает к этому, начинает позорять уже. Блин, как в арке, да, я играл в арку. Там в PvP у тебя гамму не разрешали мутить, чтобы не получать какое-то преимущество. Например, потому что, ну как обычно там рейдили в ночью залетают на рейды, чтобы было, ну, хуже контролировать, с какой стороны атака идет и с какой стороны они будут пушить. Вот. А здесь еще как PvE, я считаю, не, ну тоже можно было, конечно, в темноте, но сейчас пока что у нас нет такого возможности, чтобы это все видеть. То, что я планировал по углам, как я уже говорил, поставить вышки световые, да, по генератору каждая. Вот, и все. Но, как видите, у нас получилась такая вот фишка, что... Ну, не то, что такой фейл. Даже не фейл, это же не от меня зависело. Это... Потому что мне уже казалось, то, что я... Один раз, кстати, я сдох еще. Короче, я когда там на пожарную станцию залетел на вертолете, я, короче, приземлился на крышу, хотел охрененный лут спистерить, да? А там, оказывается, очень много этих радиоактивных чувачков. Они меня просто уничтожили, просто размутохали меня. Хорошо, что я все это вернул потом. Я взял моцик, взял акустик и... И там же остальное, все где-то у меня 600 патронов было, туда они ушли, чтобы это добыть. Я, короче, зачищал это все снизу доверху. Большое здание, свать. И главное, что лут такой, да не такой уж клёвый он был. Ладно, я получил акустики, получил винтовочку 5 уровня, да. Ну, я потратил, опять же, там кучу времени, чтобы это все приобрести, да. Довольно-таки такой жесткий процесс был. Ну что ж, я надеюсь, что сегодня не будет так, как в прошлый раз, волна идти до 4 утра. Потому что, ну, это будет тогда вообще писец. Ну, вроде у меня есть 900 патронов, да, и там и на ППшек они бронебойные, они довольно будут быстро ложить чувачков, например, которые будут с бронеками ходить. Ну, посмотрим, как это получится у нас. Так.
Так, секундочку, секундочку. Так, хорошо. Ну что, ждем. Ждем залета, бля, сейчас будет. Так, у меня все врублено, все врублено. Там все врублено, электричество врублено, все подрублено. Главное сейчас не мазать по блокам. Коллиматоров нету, блин, ну плохо. Ну, потому что были бы коллиматоры, было вообще идеально. А то ты мне так как-то через мышку стрелять, она еще не тратит энергию. Очень много тратит энергии. Ну что, 15 секунд, 15 минут. Откуда попрут? Уже! Блять, напугала меня тварь, а? Это где там что-то порубили кого? Кого там пошинковали? Я не понял. А! Ой, крикуха, как хорошо, что я завалили, бля. Надеюсь, не с этого. Идем сюда, чтобы они вот сюда, сюда упирались. Давайте, пацаны. Пацаны, сюда, идите, подтягивайтесь. Но. Ну что? Час X настал, друзья. Готовимся к бою. Бля, ща будет нахуй замес. А, идите сюда, малыши. С лутом, надеюсь, что хороший. О, все, уже бегут, бегут. Бегут, бля, все бегут, бегут. Давайте, бежите, бежите, давайте. Давай, 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 пацаны, сюда, куда? Мама, иди сюда, мама. Ой, блядь, не туда. Пока что все нормально, работа, 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 работаем, работаем, работаем. Так, тихо, спокойно. Лежать, лежать. Так, кто тут прыгнул вообще? Иди сюда, пацаны. А, у меня же есть коктейльчик, давай, смотри. Гори, мадафака, гори, блядь. На нахуй, ферох, они важна, получи в таблище. Наконец-то мусорная пушка заработала. Как так она только быстро его убила, вообще не понял. Это что там, как-то урон пошел большой по этим, по мясорубкам, потому что они просто с первого... Во, уже мотанули, он сдох. Это как? Последи сюда, о, ментара, позорная. Ой, блядь, опять я попал. Это где мент? Его откуда они палят по мне, я не понял. Алло, где вы там? Так, кто-то меня вплюнул, какая-то тварь, а? О, у нас один дроп есть, ой. Давай, валить этих. Ну? Хер ж там лупишь по этому, бля. Ну-ка, успокоилась, тварь. Так, пацаны, куда вы? Блядь, опять они меня бесят. А я, может быть, зажать должен был их, ёпты. Пока броня... Ой. А я, главное, шашки-то бросил, а зажать таки не зажег. Ха, дебил. Ну, дебил, ну бывает, ну что поделать. Так, главное, чтобы мента, блядь, не пропустить. Так, и давай, пацаны, сюда, куда вы? Ко мне бежите, ёпты.
Что-то они все по центру бегут, я не понимаю, к чему, почему бежите к центру, пацаны? Видите, мент нихуя не плевался, потому что он не мог, он меня не видел, да? Так, где моя, блядь, шашка, нахуй? Подожди, как я зажечь должен ее? Сука, он плюнул все-таки мне, падла, а? Ой, видите, у меня вот эта тварь меня заметила и начала плеваться по мне. Да что-то, вот я не понимаю, почему они идут все время к этому центру, я не, вот это я не въезжаю. Так, акустик закончился. А где все остальные? О, здравствуйте. Видите? Видите, мент меня не видел. И он ничего не сделал мне. То, что... Не то, что меня не сделал, он просто никуда не... Ой. 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 Ой, ты мазилового. Эй, Феро, блядь, а ну-ка сюда, на, я ну-ка упал. Ну ты живучий какой, падла, а. Ну, пацаны. Так, только 12 часов, блин, и они все бегут и бегут. Хэдшот, блядь. Да, блядь. Пойдем проверим, что у нас сзади происходит. Ну да, не понимаю, почему они в эту сторону все идут. Так, да. Где мой? Что? А где все патроны? А, ну я же стрелял с акустиком. Где патроны? Где патроны, главное, говорю. И вот когда вот, например, у нас будет полностью вся такая стенка, нам полицейские вообще не страшны. Вообще, без... Вообще... Хедшот. Пацаны, вы затрахали меня. Сколько вы можете сидеть уже? Завалили все уже? Давайте сюда идите, ну. Давай. Ко мне. Помер. Не, эта волна, скажу, она куда ж слабее, чем предыдущая. Я вам скажу точно, это точно. И даже если, например, будет у нас до 4 утра идти, да, у нас ментов гораздо меньше, чем были до этого у нас. У нас была целая куча ментов в предыдущей серии, да. В предыдущей судно этой кровавой ночи. О-о-о! Увидел. Нихуя ты такая живучая, бля. Так, где-то здесь летает какая-то тварь. Так, а тут никто не ходит. Эти пауки просто не... О! Охуел вообще, прям в лицо мне прыгнул тварь.
Ко мне, давай. Вот что-то они... Постоянно вот сюда лезут, что-то не понимаю, почему. Надо будет что-то укрепить зону. Я понимаю, что она чуть покоцанная. Пацаны, вы сюда идите, зачем вы сюда, я вот сюда. Давай. Да что, не понимаю, почему они постоянно идут к этой стенке, блядь? Такая музыка еще в фоне играет, такая расслабляющая. Так, тихо, блядь, где там? Ой! Ой! Так, летит ворон. Ну? Что-то я профухал его. Блять. Все? Все, пацаны. Так где этот, блядь, летает? Подкуда? Ну, проверим. А, тут еще, здравствуйте. Вы заблудились, пацаны? А вот в двери за... О, в этом... А я, короче, ходил тут что-то... типа добывал дерево. Почему тут так мало этого, ну... Как его хпшки на дереве, да? А оказывается, они тут вот что. Не, ну я скажу честно, что это как-то очень слабенькая волна, очень-очень слабенькая. Как-то даже предыдущая даже была как-то более опасная, я не знаю, как-то, блин. Перезарядим эту пухочку. Даже не пришлось никаких гранат сбрасывать вообще. Просто... Мы потратили только 180 патронов на ППшечку и уже, считай, 3 часа ночи. Да, не, я очень доволен, друзья, я очень доволен. А и бежи, давай ты бери эту мамочку, а я буду брать этого толстого. Так, у нас левел ап. Все, а еще бегут, бежите, красавчики. Просто эта пуха там их нормально крошит. Пацаны здесь. Ой, сорян, ну, что-то как-то прям 9 граммов в сердце упало, тебе только в лицо прям. А ты там, Феррел, давай сюда.
Очень мало копов, друзья. Очень мало копов. Пойди сюда, куда побежишь? О, это какой-то мутант, нахуй. Такой серьезный дяденька, на. И ничего не дропнул. Патруль, я сюда, сюда, пацаны. Я здесь. Да бабушка, тебе вообще сидеть дома, нахуй, блядь. Варенье варить, нахуй. Они тут, блядь, по мне, блядь, бегать, меня сожрать хотеть. Умер, блядь. Ну, походу, чуть-чуть совсем осталось, совсем мало. Ну, это в том в дереве уперлись, наверное, и все. Спать! Ой. Ну ты, блядь, брейкдансер, ёпты. Давай сюда. О, дропик. Ты, алё, чё ты ещё не упал? Пацан, там бежит, бежит один. У тебя патронов уже нету? Да, нету патронов. Его колбасит, нахуй. Ладно, починим мы свою этот ППшечку. Нах, ногу отстрелили ему. Да, смотрите, у нас волна до 4 часов утра идет. Ешь ты, матрешки. Ну, иди сюда. Ой, ногу отстрелил ему. Друзья, скажу так, что эта волна была гораздо слабее предыдущей. Это стопудово, как и видите сами, да? Мы потратили 47 патронов, 100 патронов, там здесь 200 патронов на ППшечку. И все. На этом и закончился весь сыр-бор по поводу этой страшной волны, как говорится, да? Идем отрубать все дела. Смотрим, что у нас здесь получается, что мы там получили, что они нам дропнули. Красавчики. Что мы продали, как у нас там с дамагом. Ну нормально, таблеточки, здесь было еще где-то сумочка. Броник, ну так себе. Ну здесь они чуть продамажили, блин, не знаю, что они туда все время направлялись. Но мы это потом пофиксим, потому что мы туда поставим сталь. Потому что мы... Ну, блин, ну ничего толкового, вы могли чуть-чуть толковое дать. Ну здесь они что-то подамажили чуть-чуть, но это бетончик, это не проблема. Тут вообще ничего не повреждено. Электропровод тут. Опять же, тоже ничего нету. Тут все красиво. Тут вообще супер. Что здесь? Тоже ничего нету. Здесь тоже нормально, не надо чинить. Здесь тоже не надо чинить. Здесь тоже не надо чинить. Здесь тоже не надо чинить. Что это как-то так? Странно, подожди. Можно... Ага, не надо чинить. Вот как это. Но все равно очень-очень так слабо не продамажили нас тут. Ну тут чуть побольше ушло, конечно. Потому что здесь весь экшен происходил. Здесь целый. Здесь чуть-чуть продамажили. Здесь тоже так. Ну, скажу так, я очень доволен то, что мы тут у нас так, тут все целое, да? Здесь чуть починить надо. И очень так слабо они нас прокоцали. Очень даже слабо, очень слабо. Не слабо, а очень слабо. Тут даже ничего не надо чинить. Здесь чуть-чуть надо починить, так, что здесь? Не буду чинить, здесь стоит где-то нормально. Здесь тоже не буду ничего делать. 186, ну, можно починить. Вот уголки постоянно, не знаю, как они, блин, они постоянно ломаются, я не знаю, каким образом. Ну, тут, значит, починить, это не проблема. Так, что здесь у нас? 173, можно починить.
Здесь тоже. Ну, как говорится, так, где весь экшон происходил, там и надо чинить. А где экшона не было, то и все вообще шикарно. Даже ничего не надо было делать. Так, пробегаемся. Ну, тут, да. Здесь, тут видно, что здесь вот продамажили чуть-чуть. Но они тут, наверное, ходили, тут пинались. И все. Потом это покрасим, у нас будет гораздо легче заметить это все дело. Ну, в общем, скажу так, друзья. Очень легко мы эту волну держали. Я думал, что все пиздец, скорее все. Как говорится, ничего мы не сможем сделать. Скорее, сейчас нас тут просто за... То бишь, нас тут изнасилуют. Ну, бетон тут это. Это в связи с тем, что у нас... коп стрелял, но это видите, как сколько тут продамажил вообще, нихера. 700, ну чуть побольше здесь. 500 здесь. Единственное, может быть, почему база рухнула, но все равно она не теряет свою стойкость, если я не чиню ее. Так что должна быть, была она нормально все равно стоять и без проблем как-то держаться на плаву, как говорится, ну. Ну ничего, на данной стадии мы хорошо продержались. 28-й день, можем сейчас в магазинчик съездить, посмотреть, что там у нас будет, но это уже, я думаю, потом. Сейчас нам надо заняться ремонтом, починкой, все, что у нас тут вынесли, надо починить быстренько. Где у нас тут... булыжник нужен, так, это надо, что еще нам надо, цемент, камень. Ну, сейчас мы пойдем покрафтим бетон себе, потому что бетон, нам нужен бетон. Что здесь? Ну, тут сталь, и сейчас давай опять, пусть цемент крафтит он. 1000 цемента, нормально. Потом я буду же заниматься улучшением, типа, буду опять печки построить, это уже я вне кадра это все сделаю. Потому что, ну, зачем вам за этим наблюдать? Так, сколько здесь? 1000, да, значит, делаем 550 здесь. И 550 здесь. Ну, чуть побольше будет. 560. Нормально. Ладно, мы получили чуть денежек. Довольно неплохо осталось у нас с ресурсами. 600 патронов с лишним, да. 700 еще этого. Дробаш вообще не использовали. Да, мы использовали парочку шашек, которые мы не взорвали. Ну, бывает, что же делать. Так, хорошо. Значит так, что мы делаем? Я сейчас просто откладываю гранаты обратно. Нам они не нужны здесь. Что еще можем уложить обратно? Снайперка нам не нужна. Это мы переложим сюда. Акустик нам тоже пока что. Мы сейчас его починим. Но он нам не нужен. Потому что так и так у нас патронов нету. Так, дальше. Пистолет у нас есть. Это мы на продажу. Не, остальное будет на продажу. Это нам оставим на чем-нибудь, куда-нибудь да пригодится. Это пригодится. Что еще у нас здесь? Это еда, еда. Сталь. Это мы разберем. Так, это сюда. Сейчас соберем наши инструменты, которые я выложил. Это на пятую, это сюда. Потому что я хочу создать, блин, пилу уже, чтобы уже мы чисто не зависели от физической силы, а чисто просто брали и дубасили их чем поп, ну этим как его. Так, броню сюда, еду мы ложим сюда, таблеточки мы ложим сюда, денежку мы ложим сюда. Что еще можем сюда положить? Ну ничего, больше ничего не надо. Так, остальные ресики мы ложим обратно. А, кстати, надо, может быть, что-то булыжников чуть сделать. Да, наверное, булыжников только сделаем. Делаем, может быть, 1000. Все, 1000 пусть будет. Остальное мы выложим. Нам не надо будет. Это выложим так. Да, нам надо будет очень плотно заняться электроникой и всеми этими вещами, которые нам... пригодятся в будущем. Так, железо, а что это? А, это от кувалды. Так, у нас где-то были здесь семена. Где семена были? Здесь у нас кукуруза, семена, так. Я еще и планировал ферму построить, блин. Ну, спланировал я все так, что, блин, ничего не получилось. То, что я запланировал, ну да ладно, хер с ним. Кстати, так. Окей, идем, значит, смотрим, что у нас здесь. Бетон. У нас есть чуточка здесь. Ну, а чисто так, чтобы походить, поремонтировать нашу... Что это такое? Где продамажили? Это коп, сука, плюнул меня сюда. Ой-ой-ой, ну ты занесло меня. Так, ладно, идем дальше. Смотри, что это у нас. Ну, ой. Не туда ешь ты, матрешь. Ну что ж ты делаешь? Тут. Так, тут окей, тут окей, тут окей, тут окей, тут окей. Все замечательно здесь. Что у нас здесь? Все окей, да. Тут, вот, тут один. Так, тут один. Здесь нет, все нормально, здесь нормально, нормально, нормально. Все тут.
Как тут у тебя? Все хорошо? Хорошо? Все хорошо? Хорошо, отлично. Так, здесь все нормально. Так, что по металлу? Видите, они не плевались вообще в меня. Мент, по крайней мере, когда я был за этой стенкой. Так что все это работает, друзья. Так что я это не кидал вам. Да, вот стали, все. И также, опять же, они каким-то образом лезли мне постоянно. Я не знаю, почему они идут, блять, к центру. Постоянно идут к центру. Так. Так, а тут еще чуть-чуть продамажили. Ну это, ой-ой. Ну это от наших шашек, скорее всего, да, и... Да, это когда тут взрывал коктейль молотого, не знаю, или не дамажит блоки, я не проверил, кстати, по этому делу. Ладно, туда поставим сюда уже, да, и сюда поставим уже, чтобы было. Так, что? А, металла нету. Ну это хорошо. По крайней мере, я его не использую, блин, не по назначению. Значит, надо, короче, с бетоном разобраться. Ну, это здесь, это я. Это моя пушка поработала по этим делам всем. Потому что, ну, тут зомбари вообще не дамажили. Так, все. Починили все здесь, да? Очень плохо заметно вон таких фиг... Так. Ну, здесь я сделаю здесь таймлапс, наверное, блин, чтобы не парить мозги. Ну и так, друзья. И подведем итоги. Третья волна, четвертая волна 28-го дня, она была слабее, чем третья волна какого там дня, не помню точно, какой день там у нас был. Сейчас, если 7 дней отнимать, это получается 28-й, 20, 17-й, 18-й. Ну, короче, факт в том, что остается, то что, ну, я ожидал, что будет полнейшая жопа в связи с тем, что у нас вот такие вот проблемы случились, да. Но, как оказалось... Не так уж страшно это все было, все довольно-таки неплохо. Все я полностью починил, все нормально. Я говорю, скажу, что это очень-очень минимально, мы пострадали, вообще минимально. Единственное то, что, ну, да, копы мы нас там пару раз сплюнули в нас, но это, как говорится, вообще не... Нечего их опасаться, это не самые страшные люди. Вот когда пойдут радиоактивные чувачки, ну, там уже будет чуть пострашнее, надо будет их в первую очередь сливать, и радиоактивных копов надо будет тоже сливать, потому что они будут дамажить гораздо больше. Но больше всего, то, что мне единственное, то, что мне представляет опасность, это вот сраные демолушнмены, эти взрывные пацаны, которые будут просто взрываться
очень жестоко и очень, наверное, опасно. Ну, не знаю, посмотрим, как это получится, в конце концов. Если вам, друзья, понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на каналчик, нажмите на колокольчик, чтобы получать видео. Если есть какие-то комментики по поводу этого дела, оставляйте в описании под этим видео. Я обязательно прочитаю и отвечу на ваши комменты или по какие-то просьбы, или какие-то вопросики. Это для меня не создает никаких трудов и будет довольно-таки... Хорошая вещь, получает у вас какую-то обратную связь по поводу этой игрушки. Так что большое вам спасибо, друзья. На сегодня я с вами прощаюсь. И уже встретимся уже с вами на следующем видео по игре Seven Days to Die. Всем доброго вечера и пока-пока.